Так, ну все, я приехал к Полли. Полли! Полли! Ну, открывай уже. Почему дверь открыла? Полли! Нет! Алло? Полли! Сэм, это Том. Полли мертв. Что? Как мертв? Да не знаю как. Он разобран на запчасти. Ладно, едь к городскому музею. Хорошо. Бедный Полли. Кто с ним так мог поступить? Ну ладно, еду. Ага, вот оно то самое место. Стой! Сэм? Привет, Том. Не ожидал здесь что-нибудь увидеть? Нет. Ладно, сейчас я скажу, кто убил Полли. Это сделал я, так как вы вчера ограбили банк и об этом Сальери узнал. И теперь он решил начать с Полли, а закончить тобой. И он мне приказал мне убить Полли и тебя. Так что... Парни, особо его не мучайте. Он же ж мой кореш. Нет! Ну ладно. Где же ты, Сэм? Выходи. Эй, я здесь. Так, ну все, он спустился. Сейчас спрячусь. О, вот он. Вот он, вот он. За что ты так со мной? Ты же... Помнишь, какими мы друзьями были раньше? И помнишь, как Фрэнк был другом для Сальери? Но 5 лет назад ты отпустил его, а через 5 лет мы ему отомстили. Ты у нас какой-то добренький очень сильно. Помнишь, как мы были друзьями? Ты, я и Полли. Были, но мы забыли. Значит, это твоя работа. Я хочу, чтобы вы защитили меня, мою жену и моих сыновей. Хорошо. Мы тебе поможем. Мистер Анджело. Да. Мистер Сальери передает вам привет. Знаете, этот мир не управляется законами, написанными на бумаге. Он управляется людьми. Одним, соответственно, законом, а другими нет. От каждого человека зависит мир, каким он его сделает, чтобы никто не превратил вашу жизнь в ад. И никто, не все так просто, как учили нас в начальной школе. Я все запорол. Надо быть везде и всегда. Я все запорол, так же как и Полли, Сэм. Мы хотели жить лучше, но в конце концов попали гораздо хуже, чем остальные. Знаете, надо знать меру. Да, меру. Вот хорошее слово. Тот, кто хочет слишком много, рискует потерять абсолютно все. Правда, тот, кто мало хочет о жизни, может вообще ничего не получить. Это еще не конец.